Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами Равша, 45-е королевство. Ставь лайк, подпишись, потому что я это видео делаю не ради деньги, а ради нашего компании. Помогать русскоязычным игрокам. Я хочу сегодня продолжать свой видеоурок на посвященного правоискам. Войска у нас есть 4 вида. 4 вида. Имеется пехота, конные, лучники и катапульты. Катапульты у нас. Пехоты разделяются на 2 типа. Есть у нас охранники и есть копейщики. Есть вот охрана, есть копейщики. Вот так продолжается, несмотря на уровень войска. Лучники тоже 2 вида. Есть лучники, вот самый лучник. Есть катапульты. Извините за ошибку. Арбалетчики. Тоже самые лучники, арбалетчики. Ну вот лучник 2 подряд и потом арбалетчики. Арбалетчик был подряд. Вот. Катапульты. Тоже 2 вида. Я вот такой скажу катапульта, потому что вот это уже таран идет. Это сломает. На фильме, если все видели, это сломает ворота. То же самое. Таран и катапульт. Конный. Тяжелый конный. Не, это больше атакующий конный. Лучники. А это тяжелый конный, это ближний бой кавалерии, это дальний кавалерия. Войдет бой вот. Если посмотрим статистику, это кавалерия 520 атака. Статистика лучники 372. Катапульты 614, пехоты, давайте дохану, поэтому его не будем посмотреть, 430, извините, 413, вот так, есть такой это случай, что катапульты, вот, например, убивают пехоту, лучник убивает тоже пехоту, но вот пехота копейщики убивает кавалерию больше. И вот кавалерия убивает лучника. Но кто-то соглашается, кто-то не соглашается, это без разницы, потому что когда разработчики сделает сильные лучники, лучники убивают все подряд, они станут мощные звери. А когда сделает пехоту, лучше всех убивает пехоту всех, лучше станет мощным. Кавалерия. Вот соки никто не играл раньше. Это Clash of Kings. Clash of Kings. Там кавалерия вообще, наверное, 3 года никто не играл, ничего не делал. Они были бестолковые войска. Самый последний, но вот в последнее время был 2 года назад, скажу вот так, 2 года назад, год назад они были звери, убивали всех, они были топовые войска, вот поэтому это все ерунда, все играют как хотите, это на ваш выбор, и вот как их качать больше и все. Больше всех других, чтобы войск у вас было много. Мой совет один, сначала дам совет, кстати. Тратьте ускорение только пехота охранников. Остальное все у вас само появится и само будет.
мой совет вот так. Не обращайте внимания на другой. Пусть это медленно будет, но не будет у вас много. Но вот охранник у вас всегда умирает в бою, поэтому их скорят, их качают максимум. И потом я как... Тут у нас бывает дракон события, там монстров. Я там убиваю монстров всегда. Убиваю монстров всегда, и у меня там всегда стараюсь попасть на топ-10. И благодаря дракону вот такое ускорение у вас будет. Я трачу знак. Слава знак. А, зал славы. Вот такой. Вот так я, как сказать, каждую неделю добываю себе ускорение для войска. Все мои ускорения идет прямо на войска. Максимум качаю в свои войска там и все. А вот тут у меня самое медленно идет, потому что я не трачу деньги на ускорение, ресурсы. Поэтому ускорение тут не потребуется, потому что и так запускать это очень сложно, потому что это как видит 25 миллионов еда, 29 миллионов дерева, 6 минус 2, почти серебра, это все дорого, очень дорого. Стараюсь вот как держать фермы свои. Так, сейчас я это граблю. Про войска, если какие-то есть вопросы, можете написать, отвечу, конечно. А вот тут то, что статистики, вот, их можете сами прочитать, но они не играют большую роль, поэтому не думаю, что... Я вам, когда следующий урок у меня будет про университет, еще про войска скажу, когда я создам отряд маршевая. Это кто идет в группу, да? Вот, когда вот создам это, я вам расскажу, почему что добавляю, почему что и чего я беру войска. Это очень скоро снимаю, думаю завтра, если получится, или послезавтра. И там расскажу, почему, какие войска беру и что они сделают. Всем удачи, всем добра, до свидания. Четвертый урок у меня университет. Там будет, думаю, намного лучше объяснить, потому что про войска я там не очень обращаю внимания. Ведь они есть и все. Всем добра, всем удачи.